Всем здоров! Вы смотрите «Идеальную блондинку». Кто не подписался, быстренько подписываемся. Потому что мы сегодня будем макияжиться вот этой красоткой, которую я обозревала в одном из моих предыдущих видео. И первый образ. Он такой довольно блестящий, нюдовый, приятный. Можно в школу ходить, сегодня проверено. Сходила на русский. Вот так вот он смотрится в упоротом желтом свете, но так он более четко выглядит. Соответственно, у меня вот здесь подведено блестками. Вот здесь подведено коричневым. На верхнее веко я сначала наносила нюдовый нейтральный бежевый, который с пометочкой Girls. И поверх наносила блестки, и вот здесь уголок затемнила тем же, которым подводила вот тут. Но почему-то затемненный уголок не видно на камере. Если мы рисуем стрелочку, и you are good to go. Короче, этот мейк более темный. И я заметила одну важную особенность у блесток. Они, блин, ничем не смываются. Я их и гидрофильным маслом потерла, и мицелляркой, и водой, и умывашкой. Ну, то есть, у меня теперь все равно все блестит. Хотя я хотела поменять холодные блестки на более темные, более теплые. Вот так вот макияж смотрится в более таком свете в лицо. И у нас получается вот эта часть и вот эта. Затемнены нейтральным коричневым оттенком, серым подтоном. Уголок сделан самым темным. По нижней границе глаза тоже я прошла с темным. Почему-то камера не хочет этого ловить. И немножко блесток на центр, уже теплых. В этом свете лучше видно. То есть макияж такой более темный и с двумя акцентами, типа а-ля вытягивает глаз. Все дела, красота. На момент съемки видео я успела перекрасить волосы. Я стала еще менее блондинкой. Но у нас следующий макияж, и он сделан с переходом из розового в зеленый. Я думала добавить сюда стрелку, но макияж получился очень легкий, такой воздушный, и я подумала, что она будет только его лишний раз утяжелять. Вот. И если говорить про розовый, то несмотря на то, что в палетке он довольно прохладный, на глазах он такой скорее с коричневатым подтоном, только больше персиковый. Но, возможно, это какие-то просто особенности моей кожи. Вот. С зеленым тушуется через легкий коричневый такой подтон. Какой, собственно, и во всей остальной палетке. Так что, в целом, их можно удачно сочетать еще и с другими цветами, которые более коричневые. На нижней части глаза у меня тоже нанесен зеленый. Ну и накрашенные ресницы. Классный мейк. Простой, быстрый. Легко тушуется, то есть не надо стоять. Иногда бывает, знаете, такое, что из зеленого долго переходить в какой-нибудь красно-розовый. Но тут нет, они прям задушевались, прям как прям надо. И я бы сказала, что розовый, он из них самый теплый. Вот из всех цветов этой палетки. Он прям с таким явным рыжеватым подтоном. В этом свете лучше видно, что зеленый и розовый именно через коричневый переходят. И вот этот макияж можно считать более темной версией предыдущего. То есть я поверх розового нанесла еще и коричневые тени, самые коричневые из этой палетки. И вот тут тоже нижняя часть глаза тоже подчеркнула ими же. Вот. В этот макияж можно добавить стрелки, но я решила, что не стоит, потому что внешний угол глаза, он получается и так затемнен. Это макияж, похожий на тот, который я делала в самом видео с обзором этой палетки. Вот. Я не скажу, что этот обзор был на макияжике быстрый такой. Он был каким-то супер-мега информативным, но вы все равно подписывайтесь.